366 тысяч гектаров первозданной красоты байкальской природы, уникальная флора и фауна – все это Баргузинский заповедник. С момента создания старейшего резервата России прошло ровно 100 лет. В связи с этим заповедное Подлиморье и Комитет по образованию организовали экологический диктант. 2017 год указом президента Российской Федерации объявлен годом экологии. И в связи с этим 11 января 2017 года во всех школах города прошел тотальный диктант, посвященный году экологии. Прежде чем победители получили долгожданные дипломы, они воочию увидели то, о чем писали на диктанте – уникальную фотовыставку и фильм о Баргузинском заповеднике. Скажем так, это небольшой такой экскурс в историю Баргузинского заповедника, к истокам его создания. В фильме использовано очень много архивных съемок, архивных фотографий. Показ фильма оказался очередной проверкой знаний. Интеллектуальная викторина после выявила, кто из ребят более всех эрудирован в биоразнообразии нашего региона. Например, рыба хариус, которая, получается, идет на нерест в реку, в которой она родилась. И то, что после этого нереста опять выплывает в Байкал. Победитель сегодня не один. 127 ребят получили именные дипломы и полезный багаж знаний о родном крае. Ксения Шабаева, Евгений Павлов. Новости дня.